Меня зовут Иван Вербицкий. По-прежнему я веду эту замечательную программу, которая называется «Территория тигров». Мы начинаем съемку торжественно сегодня, потому что 16 января, господа, Международный день ледоваров. Леха, привет. Добрый вечер. Когда вообще лед заливают? За сколько по времени до начала игры? Ну, по-разному. Ну, чем раньше, тем лучше, потому что лед должен и встать, и отдохнуть, и устаканиться, как говорится. Поэтому, ну, в среднем где-то за 2 часа, 2,5 до игры. И после этого его трогать нельзя. Как всегда, путешествуем вместе в Платинум Арене с этим человеком. Саша, ты нас будешь провожать. Где они находятся, где их искать? Они находятся там, где находятся их машины. Смотрите нас, побежали. Я надеюсь, что мы не пропустим залив Кульдайда. Девчонки, привет, остановитесь, срочно, стоять. Кто такой ледовар? Я могу тебе сказать, что этот человек реально работает здесь, и сегодня он будет делать свою работу. Что он делает? Ледовар. Лед варит. А ты пельмешки должна сказать, да? Да. Это тот чувак на машине, который выезжает и делает заливку льда. Будете знать, окей? Договорились? Все, теперь бегите. Пока. Подожди, перед тем, как мы зайдем сюда, почему 16 января, ты знаешь, отмечается Международный день ледоваров? Вот буду проверять сейчас Сашку на знания. Да, в этот день родился Фрэнк Замбони, тот человек, который придумал заливочную машину. Даже я этого не знал, прикиньте. Молодец, разобрался в вопросе, погнали. Мне всегда интересовало, потому что на матче огромное количество ребят есть, которые, они, когда какая-то пауза происходит, они начинают счищать лед. Что это вообще такое? Да, это специальные люди, которые обслуживают лед во время матча, чтобы крошки снега, вот эта стружка ледовая, она убиралась с поля и не мешала игре. Вот с этими мальчуганами мы сегодня тоже найдем их, они сегодня же будут? Да, они сегодня будут на матче, как всегда, работают в игре. Yes! Смотрите. Мне кажется, мы уже подошли. Добрый вечер, программа «Территория тигров». Здрасте. Кто-то из вас Анатолий по-любому? Вы? Я знал. Мы сегодня снимаем программу нашу, и она сегодня посвящена конкретно ледоварам. Сложный процесс вот этой махиной управлять, потому что мне, когда я смотрю вон там вот на матчах, кажется, что это как-то все очень легко. Не в управлении. Сложности в основном идут в работе с самой машиной. Где воды подлить, где подрезать. Почему вас трое сегодня? То есть я думал, что может быть это один человек справляется во время матча. Обязательно даже трое. Двое на машине, один помогает, ворота с ребятами, которые обслуживают, ну, нас помогают тоже на хоккее, ими занимается. Так что третий человек нам обязательно нужен. Слушай, как... Звук огонь. Ну, капец, а сколько вес у нее примерно, вы знаете? Ну, вообще, если говорить про технические характеристики. Не полностью заправлено, скорее всего, где-то больше 3 тонн. Если со снегом полный бункер будет, где-то больше 3 тонн. Емкость для воды 800 литров, да? Это заливается... Ну, вот сюда, в шланг. Горячая вода заливается. Потому что горячая вода застывает быстрее, чем холодная. Парадокс, конечно, это. И она расплавляет мелкие неровности, все это заполняется и быстрее застывает, чем холодная. Холодная вода, если налить холодной водой, пройтись машиной, просто этот слой будет откалываться и все, ото льда. Она может быть теплая или какая-то обязательно должна быть температура? Должна быть не меньше 60 градусов, иначе лед хороший не получится. Получается, машина перед тем, как выезжаешь, опускается кондиционер вот этот вот. В нем стоит шнек. Их два штуки. Один шнек горизонтальный, один вертикальный. Что такое шнек? Спираль, по которой, как мясорубки. Ага. Вот этот шнек получается с обеих сторон, в середину и поднимает на вертикальный шнек и в бункер. Получается, это такой сборщик рубленого колотого льда, который во время матча остается. Не только шнек. Перед шнеком стоит нож. Крутишь крутинкой, получается, опускается, поднимается нож. То есть ты еще подрезаешь? Можно проехать один круг, и будет полный бункер, и некуда будет уже подрезать. Поэтому нужно все как бы вот это учитывать. Ну, уже так, по опыту, да, сколько снега падает, сколько его подбираешь, сколько опускать, сколько... Слушайте, я обалдею, потому что реально со стороны, кажется, вот едет машина, и, ну вот, готовый продукт выходит. Круто, есть еще ножи, которые там, да, стоят, получается? Как обыкновенно, как бритва. Такой большой нож.
вот это та самая острая бритва, которой подрезается лед. Как этому научиться и сколько времени? У тебя сколько времени, Саш, ушло научиться этому процессу? В период летней подготовки команды к сезону за месяц. Саша нас будет за рулем. Сейчас мы будем смотреть с вами процесс заливки льда перед домашним матчем. Я напомню, мы сегодня играем в Сибирь. Ну вот это такое, это что, это первый слой или как это называется? Ну это уже вода. А, это уже все. Это уже слой льда, который замерзает. Это вот первый слой, который будет финальным, который замерзнет и уже будет на раскатке у хоккеистов, да? Потому что после раскатки будет заливаться и готовится лед еще раз перед матчем. Лед готовится на каждый период, да? На каждый период готовится лед. Сейчас получается просто... Выходит первый раз у борта, подрезает, получается. Вытащил щетку, она убирает снег, вот желтые полоски, которые. Щетку убрал, и в принципе то же самое. Теперь начинает ездить, два круга делает по полю, по краям. И, соответственно, начинает с середины, потому что третий, если он сделает, ему радиуса поворота не будет хватать. Как ты к этому пришел? Тебе друг сказал, или просто, не знаю, родные, или увидел, или просто была открыта вакансия? Как пришел? Да, просто знакомые позвали, вот и пришел. Первый раз, когда выезжаешь, когда полная арена зрителей, есть такой момент, ну, немножко стесняешься, все же на тебя смотрят или нет? Да, все равно абсолютно. Просто выходишь, делаешь свою работу? Конечно. Ну да, собственно, как у всех, круто. Вот что ты по готовому ходишь, а? Не ходить по готовому, меня в школе за это хулиган, реально лупили меня швабры. Габариты автомобиля, да, машины, как я не могу назвать это автомобиль, это машина, махина, она реально огромная, там ничего не видно, когда, как комбайн. И есть вот, да, причуды, что может шайба попасть и все колом, и такое было уже? Конечно, много раз было, особенно бывает вратари на воротах снег чистят, и по углам много снега, и в принципе шайбу можно не заметить. Снег ее возьмет, и она там застрянет. И можно заезжать и ехать. Можно ехать назад, и надо будет там капец разбирать долго, да? Время-то ограничено на заливку льда. Сколько у нас? У нас две машины. Бывает, если одна машина остановилась, значит вторая дорабатывает лед, а первая уезжает ремонтироваться. Идет подготовка к домашней игре с Сибирью. Проверяют кубик у нас красивый. Видео запустили, уже звук отстраивают. Я вижу, что там вокалистка сейчас петь начнет. И под музыку, посмотрите, Саня заливает, готовит лед. Круто. Машина должна при подготовке льда двигаться, не останавливаться, без остановок. С чем это связано? Беспрерывный. Если останавливается машина, значит, под ней тряпка, она может примерзнуть. И снег, который под ней находится, может примерзнуть тоже. Это придется новую машину заводить и по-любому убирать вот эту вот кучу снега. Слушайте, а как лед держится? Получается, у нас вот это какие-то огромные холодильники, они где-то здесь есть в Платинум Арене? Да, они внизу. Там машины стоят холодильные. И по всему полу, получается, под бетоном идет трубки и охлаждает лед. Понимаете, то есть у нас есть, по сути, здесь подземелье, где стоят огромные холодильные вот эти мощные установки, да, с фреонными трубками. Да, 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 совершенно. А вы там были? Да, были. Мне запретили на ней кататься, но мне не запретили на ней посидеть. Опа! О! Ну что я хочу вам сказать, дорогие мои хорошие, вот у меня рост 180 сантиметров, сел сюда, подрос во всех местах, очень комфортно сидеть, очень удобно, кожаное кресло, здесь вот розочка должна быть с пауком. Обзор реально, я ничего не вижу, то есть я вижу горизонт, реально чувствуешь себя на таком большом, ну, на комбайне. Слушай, а где производят у нас эти машины? Машина, она вообще-то канадская, но я не знаю сейчас, как, где вот эти привезли, но первая машина была привезена с Канады. Когда у нас вообще заливают лед на сезон? Ну, у нас и летом начинаются тренировки, так что летом готовим лед, потом мы его делаем красивым, красим, разметка. Заливается первая линза, первый слой, он выстаивается, заливается вторая линза, второй слой. Блин, сколько это по времени все? Это примерно занимает 7-10 дней. Заливается лед, идет покраска, мы закладываем подледную рекламу. Разметки и так далее, это тоже вся бригада занимается? Ну, обязательно. Ну, один человек не сможет ничего сделать.
Давай вспомним момент, как только ты познакомился с... Машиной? Да, ледозаливочная машина, правильное название, да? Ледозаливочный комбайн. А, ледозаливочный комбайн. Называется Resurfacer. Resurfacer. Да, английский. Я водил сына тоже на хоккей. На хоккей. Маленький, да. И у меня тренер просто у них как... Нужен был водитель на машину. Ну кто? Да. Предложил, я согласился. 90, получается, 8-й год. Ну, Свен, ты сколько лет? Минус перерыв, ну, где-то, ну, лет, наверное, 10. 10 лет. Ну, это вот реально челлендж. Парни, привет. Удачи вам сегодня, удачи, удачи. Я всегда мечтал с вами в квадрат сыграть, хотя бы чуть-чуть. Оп! Не поймал. Мечта сбылась. Ребят, пообщавшись с ледоварами, мы посмотрели уже на все процессы подготовки. И Леша сейчас покажет мне видео. Такого не делал никто, это сделал наш парень. Сделал в каком году, Лех? Январь 2012-го. Ну, действительно, такая была уникальная история. Вот он выехал перед серией буллитов после матчевой. Там необходимо не варить лед, не заливать его, готовить, а именно там срезать вот этот верхний слой, да, убрать крошку. Он решил немножко ускорить процесс и стал просто срезать углы, вот где поворачивает, да, он просто... А каким образом, Олег? Алексей! Заносом. Прикиньте! Дрифтовал, товарищ! Значит, рубрика. Что у нас в поисковике у Александра? Трус не играет в хоккей 50 лет главной песни о спорте. Вот так. Это сегодня получается? Да. Представляете, песня «Трус не играет в хоккей» сегодня вот исполнится 50 лет. Купить ледозаливочную машину «Олимпия». Богатый человек. А вот те самые парни... которые помогают во время матча обслуживать, убирать лишний лед лопатами. Парни, я вас поймал! Вы же помогаете, когда вот эта стружка льда с лопатами. А так вообще, какая у вас мечта? Вот ты в хоккей пришел, что ты хочешь получить от хоккея? Максимум, чего я могу добиться. Да я просто удовольствие хочу получить. А деньги, слава? Да зачем это надо? Кто хочет вообще попасть, я не знаю, там, в основную команду Амура или играть за какую-нибудь другую команду? Да, я думаю, все хотят у нас тут. Ладно, пацаны, я от всех болельщиков и от всего клуба вам респектую, потому что вы делаете, казалось бы, маленькое дело, но оно большое. Вы знаете, вот сейчас иду, левым ухом слышу эту красивую песню. Шоу уже начинается, совсем скоро начнется матч. А правым ухом я слышу, как люди идут и идут. Вот этот интершум наших болельщиков, которые заполняют Платинум Арену. Я понимаю, что хоккей в нашем городе жил, живет и будет жить. Это была очередная серия «Территории тигров». И большое спасибо всем за работу этой большой команды, которые трудятся, которые помогают нам получать удовольствие. Еще раз поздравляю всех ледоваров. Толя, Дима, Саша, это было круто. Вы большие молодцы. Смотрите нас на телеканале Хабаров, смотрите нас в Ютубе. Всем пока!